Мы присутствуем на финале предсезонного турнира Европейского международного кубка. Каждая из команд шла к финалу по-своему, но для каждой этот путь был непростым. Случайных команд ведь в финале не бывает, правда? Это именно так. У нас сегодня замечательные команды, и я не сомневаюсь, что мы увидим хороший футбол в их исполнении. Еще совсем чуть-чуть, и свисток арбитра погонит команды вперед. Или они будут осторожны, как думаешь? Давай не будем загадывать, совсем скоро мы будем все знать наверняка. Ну и мы видим состав команд. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Смотрим состав Уфы. Сегодня тренер решил сыграть без фланговых полузащитников. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Все готово к началу первого тайма. Поехали! Иван Паурьевич. Неплохо, хороший пас получился. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Блестяще он сыграл, теперь надо грамотно распорядиться мячом. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Великолепный проникающий пас. Мяч не дошел до адреса, защитник надежен. Угловой может стать настоящим испытанием для команды. И как опасно пробил. Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Арбитр назначает угловой. Паурьевич. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Потеря. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И как пробил! Какая реакция, какой прыжок, класс! Ждем угловой. Удар. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой.
Дмитрий Стоцкий. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Отлично сыграно. Надо решать. Получает мяч на ходу. А вот это уже... Вот это удар! Очень близко, но не точно. И все еще ничья у нас. Игбун. Это может быть опасно. Иван Паурьевич. Какой пас проходит? Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Удалось нейтрализовать. Игбун! Вступает в игру вратарь. Все под контролем. Мяч ушел на угловой. Финал Европейского международного кубка. За громким названием скрывается просто предсезонный турнир. Но, тем не менее, это не только сборы с соревновательным элементом, но и возможность получить трофей до начала сезона. Так ведь? Да, для клубов на поле это не просто товарищеская игра. Победа в этом финале придаст клубу уверенности, обеспечит правильный настрой перед началом нового сезона. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Игрок получает предупреждение. Заметь, он даже не спорит с арбитром. Очень грубый подкат. Игры в мяче близко не было. Ну как было в такой ситуации не зафиксировать фол? Очень опасный подкат. Мяч будет введен из аута. Дмитрий Стоцкий. Игбун. Иван Паурьевич. Потерял он мяч, но кому он достанется? Совсем не обязательная потеря. Тут может что-то получиться. Плохая передача. И прерывает ее защиту. Отличная передача. Игбун. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Это может быть опасно. Навес. Отличный сейв! Такими действиями игру не обострить. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Игбун. Отличный пас в разрез. Есть шанс выйти вперед. Судья показывает, что будет угловой.
Защита надежно играет, мяч отобран. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Еще 4 минуты проведут команды на поле. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Отличный удар. Далеко от ворот проходит мяч. Первый тайм финала Европейского международного кубка завершен. И у нас пока ничья. Да, мне кажется, что... Начинается второй тайм финала Европейского международного кубка. Через 45 минут мы узнаем, кто выиграет этот турнир. В первом тайме было очень интересно, и будем надеяться, что вторая половина встречи нас также не разочарует. Удар! Все верно, пора сместить акцент атаки. Пока неплохо. И это удар! В штангу мяч угодил! Играй! Дмитрий Стоцкий. Так, только не... Игбун! Голкипер занял грамотную позицию. Головой отдал он мяч партнеру. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Дмитрий Стоцкий. Игбун. Это может быть опасно. А вот и тактические перестановки. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар! На месте голкипер. Все в порядке. Мяч за пределами поля. Угловой. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Игбун. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Это замена по позиции? Думаю, это решение давно напрашивается. Пауревич. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Замена. Интересно, перестроится ли как-то команда после нее. Вячеслав Кротов. Игрок уже готов выйти на поле. Остается только дождаться паузы в игре. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Какой пас проходит?
Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Посмотрим за этой атакой. И пробил. Относительно легкий мяч для вратаря. Вратари сегодня играют феноменально. Оба непробиваемы. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равно. Азамат Засеев. Вячеслав Кротов. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Это может быть опасная атака. И это удар! Простили соперника, а ведь лидерство было так близко. Пошли последние 15 минут. Азамат Засеев. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Вячеслав Кротов. Какая изящная передача. Мяч за боковой линией. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Азамат Засеев. Тут может что-то получиться. Игбун. Мяч летит в сторону ворот. Не удалось забить, и выйти вперед тоже не удалось. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Может получиться интересная атака. Вячеслав Кротов. Ну, наконец-то, вот тебя-то мы и ждали, как солнце летом. Это гол! Да уж, великолепная рифма, Константин. Гол того стоил. Сколько там до конца основного времени? Считанные минуты, и шансов уйти от поражения практически нет. Команда вроде бы уже поверила в ничейный исход, но сейчас нужно отчаянно спасаться. Тем более, что соперник наверняка глубоко сядет в оборот. Наконец-то счет открыт, а то в первом тайме мы немного заскучали. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Атака остановлена, но кто получит мяч? Азамат Засеев. Ушел мяч. Аут. Это уже шаг отчаяния своего рода. Ломает привычную тактику тренер и выпускает еще одного форварда. Да, вот такой вот немного авантюрный и даже где-то хулиганский поступок, который вполне может сработать. Такое мы уже не раз видели. Азамат Засеев. Отобран мяч, надо возвращаться. Три минуты будет добавлено. До конца матча пару минут, до спасения один гол. Лови момент, как говорится. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Отлично сыграно, надо решать. Удар! Отскок в поле от перекладины. Вот и конец матча. Скромная победа 1-0. Теперь команда приглашается на награждение. Да, сейчас будет вручен кубок. Команда получает заслуженную и престижную награду.
Ну, куда без этого? Конечно, это традиция, команда фотографируется. Общекомандное фото всегда значимая часть футбольной коллекции.